Северная Корея вновь произвела запуск баллистической ракеты. Она пролетела порядка 500 километров и упала в Японском море. Это подтвердили представители Пентагона. Сейчас США изучают данные о запуске. Не исключено, что это могла быть ракета типа «Мусудан» с дальностью действия до 3000 километров. В прошлом году северокорейские военные провели более 20 баллистических запусков и 2 ядерных испытания, которые нарушают резолюции Совбеза ООН. В ответ на Пхеньян были наложены санкции.